Как своих людей найти? Вот только же сказала, попробуйте слышать учиться. Вот та среда, это как, так проще сказать, сейчас скажу. Вот когда вы вдвоем, да, или к кому-то приходите в гости, попробуйте включить именно свое ощущение телесное. В детстве мы очень хорошо это понимали, и не нужно было даже объяснять. Потом эта забитость пришла, там какие-то заключения, какие-то предупреждения. Вот когда вы куда-то заходите, перед тем, как включиться на какие-то разговоры, переговоры, попробуйте хотя бы секунд 5-10 ощутить среду. Вот есть среда холодная, это буквально тело ощущает холод. Есть среда тягучая, вот вам ноги тяжело передвигать. Есть среда возбужденная, напряженная, некомфортная. Есть среда, где все горит и в то же время как-то вот хочется оттуда выйти. А есть среда, где время останавливается, буквально. У каждого есть такие ключевые ощущения, ну, нашим человеческим языком, так для того, чтобы воспроизвести, это где вам хорошо. Вот где уютно, хорошо и уходить не хочется. Это создает человек, или два человека, или люди, коллектив. И вот где вам хорошо, там однозначно есть тот или есть та, которой язык будет понятен. И нужно чуть прислушаться, нужно чуть-чуть побольше ощутить, чуть-чуть поближе подойти. И тогда обязательно откликнитесь. Это говорят люди, друг на друга глянули, и все понятно. Это из той серии. Со всеми остальными тоже будьте внимательны, потому что человек может менять свое настроение, амплитуда достаточно высокая на сегодняшний момент. Но тогда, если сомневаетесь, еще пару раз попробуйте ощутить, услышать. Ощутить вот именно то силовое воздействие или как меняется мимика лица. Позвольте себе время чуть-чуть разобраться. Не будьте категоричными до такой степени, что вот все, я точно знаю. Это эмоции. А нужно читать мир безэмоционально, потому что это наша субъективная оценка. А все, что вокруг нас, это объекты стабильные, и они по отношению к нам ведут себя определенным способом. И если вы успокоитесь и сгармонизируетесь, и не будете делать поспешных выводов, вы обязательно найдете сначала одного, потом другого. Но как предпосылочка до этого, предупреждаю, будут те, которые прям на голову садятся сразу. Для того, чтобы вы очнулись, для того, чтобы вы включили свой фокус внимания и поняли, нет, это не мое, это не мое, это не то, это не все. Очень навязчивые люди. И если вас это раздражает, значит, они переходят ваши границы. Тот, который ваш, он вас не раздражает. Ему без вас плохо, или ей без вас плохо. Понимаете разницу? Попробуйте ощутить это. Это очень просто. Но голова должна быть отключена однозначно.